ладошку с соседа слева. Земфира – педагог-психолог Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Саторис». Она работает по профессии, но в последнее время ее работа немного изменилась. Теперь Земфира чаще консультирует неблагополучные семьи. Как в таких семьях выявить проблемы на ранней стадии, об этом она узнала на семинаре. Семья, конечно, неординарно воспринимает то, что мы пытаемся, да, предложить свою помощь. Но потом, когда они видят, что они могут в результате увидеть, и, в общем-то, все делается во благо детей, а каждый родитель любит своего ребенка, но в силу проблем, с которыми он сталкивается в нашем социуме, независящих, может быть, даже от него, некоторые ломаются, некоторые идут дальше. Родители, которые приходят, они говорят: сделайте что-нибудь с моим ребенком. Что-то с ним не так. Но в итоге ситуацию, наша задача развернуть так, что родитель сам приходит к тому, инсайт, как мы это называем, когда он понимает, что оказывается что-то не так в нем самом. И нужно работать, начать не только с ребенком, а именно с ним. Ну, то есть вот наша задача в чем заключается. В течение длительного времени социальная работа была общественно полезной нагрузкой. И считалось, что любой специалист, будь то медик, будь то учитель в школе, будь то воспитатель в детском садике, может делать это грамотно и хорошо. На самом деле это совершенно не так. Для того, чтобы правильно, профессионально и эффективно вести работу с семьей, очень деликатная, кстати, тема, необходимы особенные знания и навыки, необходима профессиональная подготовка. Вот этой подготовкой мы здесь занимаемся. Чем раньше мы обнаружим признаки того, что семье необходима поддержка, тем лучше будет результат. Мы помогаем, плечо, можно сказать, подставляем для того, чтобы им помочь.